Всем привет, это канал «Тысяча штук». Сегодня у нас вот такая вот посылка. Давайте сразу же не будем тянуть время и откроем и посмотрим, что там внутри. Я так подозреваю, что начали приходить мои декабрьские и конец ноября заказы. Ого, это книга, но я так думаю, что впечатление обманчиво. Давайте сейчас откроем и посмотрим, что это такое вообще пришло нам. Значит, с виду, конечно, очень похоже на книгу, но на самом деле это вот такая вот, типа book safe, вы видите, да, как будто бы, как копилка такая, да, или такая вот хитрая книжка, куда вы можете прятать какие-то ценные вещи, ставить ее на полку, потому что здесь написано The New English Dictionary, это типа словарь, когда он стоит вот так вот корешком наружу на полке на книжной, от книжки он совершенно не отличается. Есть замок. Он такой достаточно секьюрный в плане видимости. Но, конечно, если его поставить между томиками какой-то русской классики, например, то он будет бросаться в глаза. Но если вы поставите его туда, где у вас учебники, то в глаза он бросаться не будет. Значит, размеры сразу же, пока у меня все перед глазами. 180, 115, 55. Книжка небольшая, действительно похожа на обычный словарь. Давайте эту пленку аккуратненько демонтируем отсюда. Я не знаю, я ее купил просто по приколу. Попалась на глаза, думаю, ну посмотрю, что это такое. Иногда надо какую-то мелочевку положить. Вот, слушайте, ну вообще прикольно. Она такая не сильно тяжелая. Вот это вот такое, как картон. И, в принципе, ну, выглядит нормально, на книжку, скажем, похоже, да, вот издалека, если так смотреть, ну, книжка и книжка. Давайте откроем, ага. Здесь вот эта вот железная коробка сюда вмонтирована, она открыта, большое спасибо. И здесь есть ключи. Разумеется, нет какого воровства, ни от чего оно у вас не обережет. Скорее, если вы хотите что-то, например, спрятать, скажем, от ребенка, то это будет совершенно нормально. Поставили на полку и все. Ребенок, если не знает, не достанет. А если достанет, то в любом случае закрыто на ключ, он открыть не сможет. Вот это вот, я вам скажу, что оно не гнется вообще ни под каким вот усилием. Здесь где-то, скажем, ну, наверное, миллиметр точно. Наверное, это все-таки сталь, да, железо. Вот это вот все остальное, я так понимаю, наверное, тоже примерно, да, такой же толщины. То есть, в принципе, коробочка достаточно крепкая. Закрываем, ключ вытаскиваем. Да, действительно, все закрыто. Открыть давайте попробуем другим ключом. Слушайте, ну нормально, да? Прям реально все работает, очень такая прикольная вещь. Замок работает очень хорошо, нет, скажем, никакого такого люфта, ничего, да, то есть вставили, закрыли, вот она у вас закрыта, открыли, вот она у вас открыта. Да, очень такая прикольная вещь. В общем, смотрите, если кому-то интересно, есть что от детей прятать, то и есть книжная полка, что в наше время большая редкость, то прикольный вариант, там их много, они по цветам разные. В общем, это на AliExpress, как обычно. По ссылочке в описании можете пройти, посмотреть. Хотите, можете купить, если вас такая штука интересует. То есть, ну, на мой взгляд, очень так прикольная вообще вещь. Если вот найти ей предназначение какое-то. Так что по ссылочке в описании смотрите. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Иногда и вот такие вещи будут. Пока-пока.